Сначала мы делаем каркас. Продумываем, как у нас будет стоять мишка, зайка, собачка, все, что хотите. Некоторые делают уже и куклы в этой технике, потому что можно делать одежду, пиджаки, юбки, ну что. Получится 3 медведя. Кусачки желательно. Ну, вот так вот скручиваем. Какие хотите позы. Так как это сувенирная кукла, каждый для себя ищет место скрепления проволоки. Ну, все, что хотите. Часто пользуются медицинским пластырем. Он тоньше, он эластичнее, легче держит. Используйте любую бумагу, которую у вас есть. Мне больше нравится всегда газета. Некоторые используют туалетную бумагу. И вкладывайте в голову. Все это потом перемазывается ниткой. Удобно клеить, удобно. И потом вот так вот в голову и накладываем. Вот тебе удобно. И замакиваем. И так полностью все. Которое у вас есть. Да. Еще и копейки стоят у вас. Еще в аптеке, да? Нет. Это антитовар для пластилин. Можно шикарных делать так, с длинных. То есть ну, это меняете номер. Девочку мне для меня интереснее будет. Кого угодно делаете. Начинаем делать. Облагораживать, как делать лапы на нем. Можно выложить ботинок, туфлю, что угодно. Шикарно смотрится, идеально получается и недорого. Сейчас уже есть очень хороший материал, такие прямо степлеры, они как, не скажу, что это резина, среднее между резиной и пластмассой, они гнущиеся, они такие в виде конусов, три формы разные. Ими очень удобно все выглаживать, вырезать. Вот из этого вот так намочили, присобрали, уже юбка. Что хотите, можете. Пиджаки шикарные получаются. Наносить плотно краску, вот в этом с размывкой, видите, у него такой эффект размывки идет. Все-таки это гипсобил. Структура ткани проходит. Такой мастер-класс по вот такой игрушке 2 дня. 2 дня по 3-4 часа, у кого как получаем, и по 3. Распустить ленту мгновенно и использовать эту ткань. Можно распустить подкладочную ткань. Ты же говорю, тот, который для художественных картин, да, или тот, который вот для паркета на водной основе. То, что покрывает и защищает поверхность от разрушения и от поступления влаги. Работаю с гипсобинтом, и люди поняли, что у них есть дешевый материал, из которых можно творить и создавать красоту. Это самое главное. Меня разусарный шар, я просто любит специалиста интересует. Очень интересно было, потому что вот этот гипсобинт, он очень удобен при изготовлении мелких деталей будет, при изготовлении шапочек, каких-то элементов того же самого чемодана, сумки, аксессуаров скорее. Я не думаю, что я сделаю куклу из гипсобинта. Аксессуары, да?